Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на бесконечном лете! Не знаю, что это такое за игра, но похоже, это про пионер-вожатых и Советский Союз, анимированный как... Какой старый добрый хентай! Посмотрим, что это из себя представляет. Надеюсь, за эту музыку меня не забанят. Мне опять снился сон. Этот сон... Каждую ночь одно и то же. Но на утро, как обычно, все забудется. Может быть, оно и к лучшему. Останутся только туманные воспоминания о приоткрытых, словно приглашающих куда-то воротах. Рядом с открытым в камне застыли два пионера. А еще странная девочка, которая постоянно спрашивает... Какого ты застрял? А, ты пойдешь со мной? Пойду? Но куда? И зачем? Да и где я вообще нахожусь? Конечно, случилось все на самом деле, наяву. Стоило бы непременно испугаться. И как же иначе? Но это всего лишь сон. Но это всего лишь сон, тот самый, который я вижу каждую ночь. А ведь все неспроста. Не обязательно знать, где и почему, чтобы понять, что-то происходит. Нечто, отчаянно требующее моего внимания. Ведь все окружающее меня здесь реально. Реально настолько, насколько реальны вещи в моей квартире. Я бы мог открыть ворота, услышать скрип петель, смахнуть рукой осыпающуюся ржавчину, потянуть носом свежий, прохладный воздух и поежиться от холода. Мог бы, но для этого надо сдвинуться с места, сделать шаг, пошевелить рукой. А ведь это сон, я понимаю, но что дальше? Что изменит мое понимание? Везде, словно по ту сторону потрескавшегося экрана старого телевизора, который из последних сил борется с помехами и силами показать зрителям все, не упустив ни малейшей детали. Ну вот картинка теряет четкость. Наверное, скоро просыпаться. Может быть, спросить у нее что-то? У девочки? Как же ее зовут, например, про звезды? Хотя почему про звезды? А может же спросить про ворота? Да, про ворота. Или кто она такая? Вот она удивится. Или лучше про букву Ё. Или про Запорожец во дворе. Хорошая была буква. Как будто ее больше нет. И какое отношение буквы, ворота и звезды имеют к этому месту? Об этом я тоже тебя спрашиваю. Ведь если мне каждую ночь снится этот сон, который потом все равно забудется, надо искать разгадку здесь и сейчас. А вот если присмотреться, можно увидеть Магелланово облако. Словно попал в южное полушарие. Во сне всегда больше волнуют мелочи. Неестественный цвет травы, невозможная крутизна прямых или... свое перекошенное отражение, а реальная опасность, готовая оборвать все здесь и сейчас, кажется пустяком. Естественно, ведь здесь нельзя умереть. Я точно знаю, я делал это сотни раз. Но если нельзя умереть, нет смысла жизни. Надо будет спросить у девочки. Она местная, должна знать. Да именно. Да именно, спросить, например, про сову. Больно уж птица странное. А впрочем, неважно. Ты пойдешь со мной? И каждый раз надо отвечать. Иначе никак, иначе сон не закончится, а я не проснусь. Да конечно я пойду с тобой, что я здесь во сне застрял, что ли? Каждый раз так сложно решить, что же ответить. Нет, не сложно. Где я? Что я здесь делаю? Кто она такая? И почему от ответа на этот вопрос зависит так много в моей жизни? Или не зависит? Ведь это просто сон. Ты уж разберись, парень. Просто сон.
Кто-то что-то печатает. У него проблемы со зрением. Отлично. Хентайку поглядываем на досуге, да? Слушайте, я сейчас сам буду присматриваться, что это такое. Ичан.ру. Клей? Экран монитора смотрел на меня словно живой. А клей тем более. Надо завязывать с ним. Иногда мне кажется... Иногда мне правда казалось, что он обладает сознанием, своими мыслями и желаниями, стремлениями, умеет чувствовать, любить и страдать. Словно в наших отношениях инструмент не он, неодушевленный кусок пластика и текстолита, а я. Наверное, в этом есть доля правды, ведь компьютер на 90% обеспечивает мое общение с внешним миром. Анонимные имиджборды, иногда какие-то чаты, редко, Аська или Джабер, еще реже форуме. Вот еще тогда не было ВКонтакте! Как же повезло человеку. А людей, сидящих по ту сторону сетевого кабеля, просто не существует. Все они всего лишь плод его больной фантазии, ошибка в программном коде или баг ядра, зажившего собственной жизнью. Отлично, советская люстра. Если посмотреть со стороны на мое существование, то такие мысли покажутся не столь уж бредовыми, а какой-нибудь психолог наверняка поставит мне кучу заумных диагнозов и, возможно, выпишет направление в желтый дом. Хорошо, что не в белый. Маленькая квартира, без следов какого бы то ни было ремонта, и даже подобие порядка. И вечно одинаковый вид из окна на серый день и ночь. Куда-то бегущий мегаполис. Вот условия моей жизни. Это так знакомо. Конечно, все закончилось не так. Я родился, пошел в школу, закончил ее. Все как у людей. Поступил в институт, где кое-как промучился полтора курса. Работал на паре тройки разных работ. Иногда даже неплохо, иногда даже получая за это достойные деньги. Однако все это казалось чужим, словно списанным с биографии другого человека. И это очень все знакомо! Я не ощущал полноту жизни, она словно зациклилась и продолжала идти по кругу. Как в фильме «День сурка». Только у меня не было выбора, как именно провести этот день, и каждый раз все повторялось по одной и той же схеме. Схеме пустоты, уныния и отчаяния. Последние несколько лет я просто целыми днями сидел за компом. Да. Иногда подворачивалось какие-то культуры. Иногда помогали родители, но и культура тоже бы не помешала. В общем, на жизнь хватало. Это и не мудрено, ведь потребности у меня небольшие. На улице я практически не выхожу, а все мое общение с людьми сводится к интернет-переписке с анонимными, у которых нет ни реального имени, ни пола, ни возраста. Короче говоря, достаточно типичная жизнь достаточно типичного ассоциативного человека моего времени. Этакий Обломов 21 века. Может быть, местный писатель напишет обо мне романы, который станет классикой современной литературы. Или напишу я сам. Впрочем, нет. Что себя обманывать? Уже не раз пытался, но меня не хватало даже на короткий рассказ. Изучал я множество других вещей. Рисовать не дано от природы. Программирование надоело. Иностранные языки долго и скучно. Любил я разве что читать, но даже при этом никогда бы не назвал себя эрудитом человеком, эрудированным.
Возможно, я был асом в просмотре аниме и гроссмейстером неумелых шуточек в интернете. Плати мне за это деньги, я бы обрадовался, да и заработал неплохо, но вряд ли так просто можно заполнить пустоту в душе. Новосибирск, что ли? Сегодня очередной типичный день моей типичной жизни типичного неудачника. Оптимистичненько. И именно сегодня мне нужно ехать на встречу институтских товарищей. Не езди, я тебе советую. По правде говоря, совершенно не хочется. Не хотелось. Да и какой смысл, если вместе с ними я отучился всего ничего? Однако, меня все же уговорил друг, бывший одногруппник, один из немногих, с кем я поддерживал контакт не только в интернете. И тут Господь сказал ему: «Иди навстречу друзей!» И я пошел. Машины пролетали. Моей фигуры не видно. Нет, видно? Снег. А, да это же я, господи, ты боже мой. Наверное, я тогда еще не знал, что есть YouTube. Вечер, мороз, остановка и ожидание автобуса. Я никогда не любил зиму. Впрочем, и жаркое лето тоже не моя стихия. Просто не вижу смысла выделять какое-то одно время года. Не столь важно, какая погода на улице, если ты целыми днями сидишь дома. Автобус сегодня задерживается так сильно, что я уже было готов плюнуть и на все, и потратить последнюю пару сотен на такси. Совсем не ехать мне почему-то в голову не пришло. В мозгу, как всегда, роились миллионы мыслей, из которых совершенно невозможно выудить хотя бы одну стоящую. Такую, которую можно закончить, привести в порядок, облечь форму и идеи и притворить жизнь. Может быть, заняться бизнесом? Но откуда я возьму деньги? Или пойти опять работать в офис? Нет уж. Может, стоит попробовать фриланс? Да что я умею и кому я нужен? Он точно еще не знал Ютуба. Наш клиент. Вдруг мне вспомнилось детство. Или скорее юношество. 15-17 лет. Почему именно это время? Не знаю. Наверное, потому что тогда все было проще. Было проще принимать такие сложные сейчас и такие простые тогда решения. Проснувшись с утра, я четко знал, как пройдет мой день, а выходных ждал с нетерпением. Смогу отдохнуть, заняться любимыми делами, компьютер, футбол, встречи с друзьями. А потом, когда наступит новая неделя, вновь примусь за учебу. Ведь раньше не возникало этих мучительных вопросов: зачем? Кому это надо? Что изменится, если я это сделаю, или что не изменится? Простой поток жизни, такой привычный для любого нормального человека и такой чуждый для меня теперешнего. Время беззаботного детства. Тогда же я и встретил свою первую любовь. Стерлись из памяти ее внешность, характер. Как строчки из профиля в социальной сети остались лишь имя. Да те чувства, которые захлестывали меня, когда я был с ней. Теплота, нежность, желание заботиться, защитить. Жаль, что это продолжалось так недолго. Сейчас я уже с трудом могу себе представить что-то подобное. Наверное, и хочется познакомиться с девушкой, только не знаю, как начать диалог, о чем вообще с ней говорить, чем ее заинтересовать. Да и подходящих девушек я давно не встречал. Хотя где мне их встретить? В социальной сети! Звук работающего двигателя вернул меня к реальности. Подъехал автобус. «Какой-то он не такой!» — мелькнула мысль. «Впрочем, какая разница? По этому маршруту ходят только 410-й». «Let's go! Let's rock!» «Да это автобус-демон!» «Ты попал!» «Я вам это и говорил. Автобус времени, что ли?» Огни пролетают мимо, и холодный свет словно зажигает внутри давно погасшие чувства.
Или не зажигает, а просто пробуждает. Ведь они уже давно живут во мне. То затихая, то просыпаясь вновь. Какая-то очень известная мелодия играла в радиоприемнике водителя. Но я ее не слушал. Я смотрел в запотевшие окна автобуса, на проезжающие мимо машины. Ведь люди куда-то спешат, ведь им что-то нужно, и погруженные в свои дела, они задумываются о вопросах, мучащих меня. Наверное, у них тоже есть свои серьезные проблемы, а может, им живется куда легче. Знать наверняка нельзя, так как все люди разные. Или не разные. Да парень, ты определись уже, давай! Бывают поступки человека легко предсказуемы, но пытаясь заглянуть к нему в душу, видишь лишь непроглядную тьму. Автобус приближался к центру, и мои мысли прервал яркий свет огней большого города. Сотни рекламных вывесок, тысячи машин, миллионы людей. Я смотрел на это светопредставление, и мне почему-то безумно захотелось спать. Глаза закрылись всего на полсекунды, и... этого и ждал автобус из ада. Ты сел не на тот автобус! 410-е! Он откроет твое детство, твою душу, оживит тебя. Надеюсь, меня не забанят за эту музыку. Тут и девушка появилась. Славя. Пу-пу. Эй, бейба. Пу-пу. Большие глаза. Оу, Лена. Это новые контролеры. Хорошенький автобус. СССР. Ульяна. Алиса. Мику. Тян. И ушки там чьи-то вот на фоне. У водителя. Бесконечное лето. Оу, да. День первый. Ну, конечно, все тревожно. В глаза ударил яркий дневной свет. Сначала я не обратил на это внимания, так как еще не до конца проснулся. Ноги сами понесли меня к двери. Черт, похоже, проспал остановку. Но двери не было. Я оглядел автобус и понял, что это непривычный мне потрепанный, выдавший виды Лиас, а самый настоящий Икарус. Ого! Меня сковал ужас. Я не люблю ездить на Икарусах, у меня Икаруса независимость. Как? Что? Я умер? Меня похитили именно? Икарус уходит в рай. Нет, точно умер. Я лихорадочно ощупал свое тело, несколько раз больно ударил ладонями по щекам, сильно приложился лбом о спинку кресла. Ясно. Либо все еще жив, либо на том свете тоже чувствуешь боль. Но как такое могло произойти? Может быть, я спал слишком долго, и меня увезли в депо, а там пересадили в другой автобус. И потом что? Я не знал, что там будет это. Я вскочил, и я выскочил на улицу и огляделся. Везде, куда ни глянь, бушевала зелень. Высокая трава на обочине дороги. Деревья, цветы. Лето? Но как же так? Только что была зима. Нестерпимо болела голова, как будто готовая взорваться. Постепенно я начал вспоминать. А что ты еще мог вспомнить? Хороший спецэффект. Зима превратилась в лето? Длинная дорога, уносящая вдаль леса, степи, поля, озера, вновь леса. Кажется, я спал, но почему тогда все помню сейчас? А потом провал.
Какая-то девушка склонилась надо мной. Она нежно нашептывала что-то мне на ухо. Потом опять провал. Я очутился здесь. Кто же эта странная девушка? Или она мне просто приснилась? Почему-то в воспоминаниях о ней мне становится хорошо и спокойно, а изнутри поднималось приятное тепло, расходящееся по всему телу. Я знаю, что это тепло. Может быть, это она привезла меня сюда? Да, девушка-водитель Экаруса. Тогда надо ее найти. И лучше всего искать подальше отсюда. Ну, это логично. Я дернулся влево, потом вправо, потом остановился в нерешительности и, наконец, побежал в направлении, откуда, предположительно, приехал автобус. Физические упражнения освежают мозг, мысли проясняются, становится легче оценивать окружающую действительность. Впрочем, это все совершенно не обо мне. Я сидел на обочине дороги, хрипя и пытаясь жадными глотками раскаленного воздуха хоть немного успокоить обожженное горло. В любом случае, пробежка пошла мне на пользу. Страх на некоторое время отступил. Может, я и правда сплю? Но, вспомнив самоистязание в автобусе, я тут же отбросил эту идею. Я не сплю и не умер. Вдаль уносилась узкая дорога через поле. На этом все, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оно необычное. Ну, в принципе, от меня можно ждать что угодно, да? Что же случилось с Семеном? Если вам это хочется знать, ставьте лайк под видео, и я продолжу эту игрушку. На этом все. Спасибо, что смотрели. Пока. И увидимся в следующем видео.